18 марта примерно в 4:20 в Красноярском районе на 1062 километре автодороги М5 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 3 человека, в том числе ребенок. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По данному факту будет проведена проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.